Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем, как подготовить своего питомца к выставке. Выставка собак – важный этап в жизни породистых собак и их хозяев. И если для самих участников это прекрасная возможность показать себя и получить заслуженную оценку экспертов, то для кинологической федерации и клубов каждая выставка – это шаг к усовершенствованию породы собак и улучшению племенной работы. Как и к любому соревнованию, к выставке нужно тщательно готовиться. Чтобы малыш не испугался незнакомого места и большого скопления чужих людей и собак, еще задолго до участия в первой выставке начинайте приучать его к обществу посторонних. Для этого во время прогулок почаще меняйте маршруты, гуляя то по шумным многолюдным проспектам, то по спокойным уютным улочкам. Дрессировка собаки очень важна, если вы планируете принимать участие в выставках. Уже в двухмесячном возрасте начинайте постепенно обучать щенка выставочным премудростям – стойке, правильному движению шагом и рысью. Прежде чем приступить к обучению, обязательно проконсультируйтесь с представителями своего клуба. Имея большой опыт участия в выставках, они обязательно подскажут вам, какую стратегию в обучении вашего любимца выбрать и как правильно организовать программу тренировок. Только спокойствие, хочется сказать и вам, и вашему любимцу. Это естественно, что во время выставки вы будете очень волноваться. Но излишняя нервозность может изрядно навредить вашей собаке во время выступления. Поэтому возьмите за правило приезжать к месту проведения выставки заранее, чтобы иметь возможность успокоиться, отдохнуть и подготовиться к выходу на ринг. У каждой выставки есть свои законы, и задача каждого участника безукоризненно их соблюдать. Поэтому, приехав на выставку, сразу же найдите секретаря и решите все вопросы, связанные с регистрацией. Внимательно слушайте распоряжения организаторов, следите за очередью выступлений и не создавайте заминок, которые принесут проблемы не только вам, но и другим участникам. Во время выступления старайтесь тщательно выполнять все распоряжения судьи. И не вздумайте оспаривать его решений, иначе вас могут дисквалифицировать и не допустить к участию в следующих выставках. Эти советы помогут в подготовке собаки к выставке. Не забывайте, для того, чтобы собака выглядела на выставке достойно, необходимо следить за ее здоровьем. Для этого необходимо помнить о грамотном питании. Также нужно следить за здоровьем зубов вашей собаки. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.